Друзья, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня, как всегда, Олег Ковисов. Но сегодня Андрей Шиндифайт, Оля Следователь, Сережа Полунов и... Да слезь с меня! Добро пожаловать в Пикапарк! Ох, ребят, думаю, что как и вы, как и мы думали, что все, больше Пикапарк не будет. Но нет, нет, Оля, ты ее обожаешь. И сегодня ты ее полюбишь еще больше. Да, да, да. Сегодня, ребят, мы не будем проходить уровни, потому что мы их уже полностью прошли. Сегодня между нами будут настоящие соревнования. Поэтому серьезно? Сегодня будет еще все смешнее. Поэтому, друзья, не забывайте подписаться на канал и поставьте лайк. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. Погнали! Значит так, пацаны, опа! Это очень веселая мини-игра. Значит, смотрите, побеждает тот, кто... Ну не, ну как, он ну играл, как? Пацаны, он не играл, писали просто понятно. В комментариях. Не-не-не-не-не-не. Здесь надо шарики, надо отбивать шарики. Надо отбивать просто шарики. И выигрывает тот, у кого больше цвета закрашено будет. Понимаете, да? Нет, нет. А что мне красный закрашено вообще? Андрей, два кубика. Андрей, а что зеленого так много? А что зеленого так... Ясно, Олег все очень играл. Все, 30 секунд! Ой, я победил. А кто у нас зеленого? Серега, ты что ли победил? Ты что, офигел? Мой цвет не видно. Не-не-не-не-не-не-не, погоди, а что так быстро-то? Я не понимаю, а? Да у него 4, я видел, как он подкрашивал. Не, это реально 4 какие? А почему, подожди, а почему и мне, и тебе дали это? Подожди, я что-то этого не понял, погоди, стоп. Подожди, ладно, сейчас. Давай, еще один раунд, еще один раунд, погнали. Оп, оп, давай, давай. Да не вставайте на меня, дайте. Да съебали. Достаньте, не трогайте. Да, отвалим, на то. Нет, что вы тут стали закрашивать все? Классно вообще, вы что, офигели, сука, красного, вы что? О, все. Да нет, куда ты за... Вот, да куда мой красный закрасили, дебилы? Отлично, здесь самое главное запрыгивать на голову твоего оппонента и все. Сюда. Да ну нет! Да не смейтесь меня! Вы что, ровните, что ли, как? Я просто, я не понимаю, как это работает. Вы что, с ума сошли или что? Чего так много красного цвета? Андрей, ну ты, ну не, ну это бред реально какой-то вообще. Фигели, на бошке залазите и все. Ну ладно, пацаны, я предлагаю еще один раунд, так сказать. Давай другое. Да не, погоди, да, погоди. Олег просто пытается выиграть. Нет, ну хочет выиграть, конечно, потей, да, потей, я не скрываю. Олег, глупый нуб потей, не умеет. Вот, спасибо. Смотри как. Да съебались мои башки. Вот так вот, вот так. Мой шарик, все, не отдам. Не отдам, мой шарик, все. Сюда, давай, уходи. Хорошо, хорошо. Тварь, блядь. Хорошо. Вот сюда, хорошо. Хорошо, хорошо. Закрашиваю. Да съебали. Давай. Да я хоть раз выиграю сегодня. В этом режиме или нет, тварины, я не понимаю. Блядь. Давай, много синего. Рот. Кто? Синий. Давай. Пожалуйста. Сюда. Все, Олег довольный, Все по сценарию. Конечно, довольно. Какой комплекс неполноценности. Ладно, давайте посмотрим, что ему другое. Олег, это нечестно играешь, у тебя 2 очка. Мы это нечестно. У всех людей одно очко. Я откуда знаю? Так, а тут надо... А, кто будет выше, как я понимаю, тот выигрывает. А я не понял. Сейчас, блядь. Конечно, нахуй, охуевшая роза, блядь. Нет. О, да не зарезайте, не давайте просто, а давайте просто, кто выше прыгнет в конце. Давайте зажмем просто, Олег. Вот, смотри, раз, два, три и... Ну, батя, побеждай, понимаешь? Не, давай по-честному, кто в конце прыгнет. А что, подожди, а что не так, я не понимаю, а что не так-то, а? Сейчас крыса выиграла. А он нечестно выиграл, у него 2 очка еще. А как так, подожди, а как это понимать? Вообще откуда? Очков. А, Олега, я понял, как это работает. Нет, если хотите, смотрите, эти раунды были разминочные. Сейчас мы вот каждую вот эту мини-игру запустим по одному разу, и у нас определится, давай, в конце победитель. Давай, а то мне вот так важно. Давайте, все, давайте, с самого начала поехали. Это была разминка, а теперь мы знаем, что нужно делать. Давайте. Давайте Олегу запрыгнуть на вашу голову. Офигевший. Просто прыгните сами, давайте на последнюю секунду. Какой ты ушлепок просто, а? За что еще время? Наебал. А я на втором месте, потому что у меня там торчит, видишь, смотри. Ушки торчат. У тебя уши длиннее, Олег. Блин, ну Андрюха, подожди, желтого цвета кто у нас? Это у нас. А я просто не прыгнул под конец, я не успел. Так, ну давайте, второй раунд, погнали. Следующая мини-игра, пацаны, ну мы знаем, что уже тут делать надо, поэтому... А, это... Ой, хорошо. Ой, хорошо. Да слезь меня, уйди. Не дайте, Олег, пускай, Олег. Что за объединение такое, я не понимаю. Олег, пускай посасывает. Нет, давайте просто встанем и все зажмем. Нет, о, хорошо. Да пошли нахуй этого мячика. Да дай запрыгнуть. Я козлов этих всех ебану. Дай.
6 секунд. Да вы что, офигели? Да какой зеленый уебок, блядь. Отдай мяч, отдай мяч. Да что за бред? Да как в этой игре, я не понимаю. Блядь. Я просто этого не понимаю. Вы что, реально такие душные? Да скажите, пожалуйста, а? Поздравляю, красавчик, молодец. Да, молодец, молодец, Сережа, красава. Андрей, дадим еще одну. Какие вы ушлепки просто. Погнали, следующая игра. А в этом мы не играли. В это не играли, вот поэтому... я понял! Вот жизнь, смотри, циферка! Или что это такое? Давай! А! В смысле? А я не знал, что... Ай! Я не знал, что это так работает, я не знал! Давай, я реально не знал, пацаны! Да, ну, мы прыгать будем до конца, Нежданчик такой прилетел! Да как Серега снова побеждает? Что за фигня вообще? Не-н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 е, пацаны, все, перезаписываю! Ладно! Нет, все, самое главное, не дать победить Сереге! Так, а это что у нас стоп-вотч баттл? Олег, это Толя! Это Толя! А, Толя, господи, да я в этих вопросах так запуталась, реально. Я понял. Цель 001. Цель 001. Куда ты нажал на мою кнопку? Я не понял. Ты реально, ты офигел, что ли? Я не знаю. Вы ебанутые. А я выиграл, спасибо, Толь. Толь, спасибо большое. Я все подыграл, чтобы ты ебал. Стоп, а что за бред? Я не знаю. Я не знаю. Ладно, давайте еще раз погнали с самого начала. И так, пока у нас не определится победитель. Давай, только попробуй, давай. Съебал, стоять нахуй. О, хорошо. Сталкивайте его нахер. Нахуй этого дебила, блядь, сюда, к бабочке, понимаете, пацаны, выигрывает не тот, кто упал один раз, да, выигрывает тот, кто падал несколько раз, понимаете, да? Это просто... Так, ну смотри, у меня 2 очка, у Толя 2 очка, у Андрея просто 0 очков, Андрей, ну... Так, я не хочу запускать этот режим, пацаны, я... Давайте рандом определит нас. Ну давай, ладно, давай. Оп, смотри, оп, погнали. Опа! Оп! Ебать! О, хорошо. Да нахуй на бошку залезайте, дебилы, блядь. А как еще? Да не, слезь меня, ну слезь. Да сука, как желтому так удается, блядь, ебать? Убил, что ли, нахуй? Толя, нельзя Толе дать выиграть, ну нельзя. Надо, ребята. Пиздец какой-то, съебите нахуй. Давай, синий. Да, бля, просто долго. Синий. Да уйди ты нахуй. Да ну как опять Толя выигрывает, объясните мне, пожалуйста. Это работает, я не понимаю вообще. Отдыхай, Лиза, это реально какая-то просто дичь. И получается, Толя у нас... Ну, поздравляю, Толя, поздравляю с победой. Правда, приза у нас никакого нету, к сожалению, да? Но если бы он был, вы бы его получили бы. Какие деньги? Ладно, давайте, пацаны, все. То, что мы было до этого, это было всего лишь разминка, а сейчас у нас начинается настоящее соревнование. Давайте, все. Теперь мы знаем, что будет в каждом режиме, поэтому, мне кажется, каждый из нас приготовился. Все, суперприз, квартира в Люберце. Бегайте. Ой, можно мне? Вы хули ко мне бежите, уйдите. Да идите нахуй отсюда, блядь. Не дайте Олегу. Да. Сюда, первое очко. Я же говорил, что вы полюбите эту игру сегодня еще больше. Я вас предупреждал, пацаны. Предупреждал, значит, хорошо. И первое очко достается, ну, бате, понимаете, да? Первое очко достается Олегу. Второе, спасибо. Так, все, второй раунд, погнали. Самое главное, чтобы Толя снова не выиграл. Сука, квартиру в Люберцах не дать ему нахуй. У него в Калининграде уже есть. Какая нафиг квартира в Люберцах, Андрей, ты что? Мы играем на Оп. Да съеби! Давай. Синего зажимайте, синего. Какой синего зажимай? Я тебе сейчас дам, зажимай синего. Ну ладно, голубого. Ой, хорошо. Ой, Олег, прости, мы про твою ориентацию забыли, да, голубого. Ой, хорошо. Что хорошего, сейчас тебя отпизжу, блядь. Пошел вон, блядь. Давай, синий или какой цвет, подожди. Подожди, не-не-не. Давай. Пацаны, ну что-то слабовато как-то, что-то не чувствуется. Бомбус, блядь, ём. Вспомните, что он вначале, ну, счет как слабовато на самом-то деле, понимаете, да? Счет-то как-то вообще прям не чувствует. Что-то прям слишком как-то простенько, понимаете? Это нормально, это разминка. Сейчас начинается игра. Все, игра начинается. Можно сейчас пока не уворачиваться. Чего? Можно не уворачиваться. Толь, я не отдам тебе эту победу, Толь, нет. Это будет сухая моя победа, понимаешь, Толь, да? Это будет победа просто в сухую максимально, понимаешь, да? Да.
Давай, 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 давай. Я готов. А, блин! Я ж сказал! Я ж сказал! Ну, все, все, хорошо. Ну что, парни, сценарию, может быть, сценарию, да какой сценарий, Сережа, какой сценарий-то, а? Че, может быть, это вам дать, так сказать, еще одну попыточку от интеграции? Я выиграл квартиру в Люберцах. Молодец. А кто мне скинет? А кто мне скинет эту квартиру в Люберцах? А сколько это стоит? Нормальная квартира. Да дорого, я думаю, а? Ладно, давайте, давайте, последняя игра, Давайте, все. Кто побеждает в этой игре, тот становится официальным чемпионом Пика Парк игры. Так что давайте, пацаны. Вообще похуй. Нет. Толя. Опа. Толя. Опа. Опа. Давай, меняй, блин. Ну нет. Жак, кто выиграл? Кто красного цвета? Главное не ты, понимаешь? Главный петух забирает первое очко в нашей супер игре. Ну, Андрей, ну понимаешь, это твое первое и последнее очко на сегодняшний день, ты понимаешь? Ты отсасываешь. Андрей, я просто даю тебе шанс, просто пойми это, пожалуйста. Опа, ну как зеленому перепало? Давай. Ёбаный переполох, блядь. Ну нету, какой жёлтый! Да какой? Только тебе не дофига ли накрашенных клеточек, скажи, пожалуйста, а? Не, я в шоке просто с этого, ну как это понимать-то вообще, а? Ну это что такое? Ебучая помойка, блядь. Пусть зачем брал квас, блядь. Ну ладно, смотри, зато у каждого по одному очку, видишь, тут уже видно, что все участники игры сосредоточились, максимально сконцентрировались. И всех интересует квартира в Люберцах, видишь, Андрей? Почему всех интересует моя квартира в Люберцах? Не знаю, Толя, все вопросы к Андрею. Он решил, что приз у нас будет. Я в Москве хочу жить. О, вот так вот, Андрей. В Подмосковье. Я куплю тебе дом. Смотри, первый сливается Андрей, потом Серега, потом Толя, потом я. Отсосешь. Но перепутал немного. Ну, смотри, сейчас Андрей, потом Толя, потом я. Смотри, Андрей. Андрей, ну хватит. Андрей, остановись. Все, Андрей, уходи. Смотри, следующий Толя сливает, смотри. Все по сценарию, все по последовательности идет, пацаны. Ух, блядь. Соси, Олег. Давай я бывал. Чего-то не вышло, да. Ну нет. Не вышел цветочек аленький. Ну нет. Я хотя бы одну игру выиграл в суперкубке-то, я не понимаю, или что я, а? Ладно, давайте, следующая игра запускаю. Как я понимаю, в этом режиме нужно просто остановить время на 0-1, или... Да. Так не мешайте другим. Да ты дебил, блядь? А нахуй все кнопки ломаются? А кто победил? Мне кажется, Андрей выиграл. У кого меньше времени? Нет, зеленый. У кого... А, кто? Серега выиграл. Поздравляю, Серега. Беляш, ёп. Олег, ты лошадь, ты понял, блядь? Так я знал, я просто знал, что ты сразу побежишь сейчас ко мне, понимаешь, да? Сгибали нахуй. А чё стоим, ребята? А что стоим-то? Желтому нахуй. Ну куда вы сами же ему помогаете, вы сами к нему подходите, помогаете, нахуя. Спасибо. Спасибо, пацаны, спасибо большое, спасибо. Ну ты красавчик, Олег. Спасибо. Да, и смотри, у всех по одному очку, кроме... А, ну не, подожди, не кроме. Кроме Толи, у которого 2 очка. Роме, какому Роме, блядь? Какому кроме? Я не знаю, у которого квартира в Люберцах. Ты охуенно? Да. Да, это я. Ебить от этого мячика ебланского внизу мой. Так, в смысле твой? Вот, хорошо. Бля, да вы заебали! Отвали! Сука, я тебе блю... Да нет, отдай! Отдай яйцо! Отдай! Да блядь, ну все, пиздец. Да нет! Влюбиться. Да ну нет! Какой тебе хаты, не какого шарика, блядь! Ну нет! Шарик, пошел, давай! Че по цвету? Красный победил, красный, да. Тут сразу видно, что красный выиграл. Ну нет. Че, это Андрей уже 2 очка, что ли, получается? Как так? Если Олег выиграет квартиру в Люберцах, я сожгу нахуй все Люберцы, блядь. Спасибо большое, Андрей, за такую любезность, спасибо, да. А, блядь! Да это разминка, успокойся, что ты это, кричишь на сразу-то, а? Все нормально. Так, красава. Какого Андрей? Хуя? Ебучий пинг, блядь. Какой пинг, Андрей? Там лаги десинхронные, я все видел. Андрей, какой пинг, скажи, пожалуйста, а? Так. Хреновый. А, Олег отсосал. Сюда. Отдыхаем. Ну нет. Толь, потом, комнату мне. Это лучше, чем я помню, да. Это лучше, чем Олег. Моя квартира остается. Ну нет.
Ну как так могло все завершиться? Ну как так? Ну что ж такое-то? Ёбаный желтый котик. Все, Толь, поздравляю, вы становитесь официальным победителем суперкубка в такой игре. Я уверен, что вам вообще на это похуй. Абсолютно. Ладно, друзья, я надеюсь, вам понравился этот ролик. С вами сегодня были как Олег Кофе, Андрюша Индифайт, Толя Следователь, Сережа Булотов. Ссылочка на всех в описании. Там очень много интересного чего. Заглядывайте обязательно туда. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну а на этом сегодня все. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Всем пока.